Седьмой год подряд организаторы Карелия Трофи прокладывают маршрут трофи-рейда и готовят спецучастки для очередного внедорожного приключения. 2 августа на площади Кирова в Петрозаводске состоится старт трофи. На следующий день на Хор-Пороге в районе Гировоса зрители смогут наблюдать заезды на первом СУ – каменном триале. А потом на 10 дней участники погрузятся в атмосферу карельского оффроуда. И что их там ждет, до конца не знает даже судья. Это особенность Карелия Трофи. Прокладывается маршрут путешествия, но организаторы не проезжают его заранее. Так сохраняется авантюра. Карелия Трофи уже зарекомендовала себя именно как приключенческое мероприятие. То есть это не чисто спортивный трофи-рейд. Мы стараемся каждый год сделать какой-то прецедент, который никогда не был. У нас и в плане трасс, и в плане организации, и в плане, так сказать, вот атмосферы трофи-рейда. Вот. У нас бывают, скажем, трассы вот были, которые известны на всю Россию, скажем, это знаменитая мотка, где был спецучасток 7 километров просто по руслу песчаной реки. Такого никто никогда в России не видел. В трофи традиционно принимают участие подготовленные внедорожники, прототипы, квадроциклы и мотоциклы эндуро. Впервые введена зачетная группа для серийных внедорожников. В каждой категории будут разные варианты прохождения СУ и разные награды ждут победителей. Так, например, выигравшего в классе квадроциклов ждет комплект специальной резины, приз от генерального спонсора соревнования компании Starco. Ничего удивительного, эта датская компания занимается поставками шин специального назначения для строительной, индустриальной техники, погрузчиков и трейлеров, а также квадроциклов, скутеров и эндуро. Это богатейший опыт, так что обладатель шин Starco в следующем году имеет все шансы на успех. Ну а в этом придется потрудиться их получить. Хотя ни к чему загадывать, впереди еще 10 сложных дней экстремального туризма, и кто придет к победе, неизвестно. Траектория движения также готовится к Карелия Трофи. Все, что будет происходить на соревновании, вы увидите в наших будущих программах.